Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Моя теплица самодельная. Стоит уже, сейчас скажу сколько, 9-й год она стоит у меня уже. Вот, поликарбонат мне попался плохой, не четверка, а, по-моему, 3,5. Вот, пришлось там дополнительные дуги устанавливать еще, помимо вот этих. Здесь через метр они установлены, а там еще, получается, через 50 сантиметров. Поэтому я там укрепил. В общем, снегом она уже не продавится, так как через каждые 50 сантиметров, получается, она такая очень, ну, как бы сказать, более твердая. Так, сейчас у меня в теплице всякая хрень там. О, у меня там она лежит. Сейчас посмотрим, что там. Сейчас там жарко. Ой, блин. Вот она. Короче, у меня здесь все барахло. То есть здесь надо перекапывать. Вот. Значит, вот так и видите, вот через каждые 50 сантиметров у меня теплица усилена. Она у меня свинчена на болтах, то единственное, торцы у меня сварные. А так он у меня все на болтах, на саморезах. Вот. Это все я хрень, все это выкину отсюда. Надо перекопать заранее. Надо, пока у меня еще нет рассады никакой. То есть своя рассада у меня не получилась. Я покупал частично, ну, семена покупал. Забыл, какой агрофирма. Ну, короче, мне ничего не вышло. Видимо, земля была плохая, была отравлена земля, поэтому все вот эти саженцы, они все загнулись. Вот. Я здесь еще высаживал виноград, не знаю, может быть, он засох. Ну, посмотрим. Мне, в принципе, и не нужен. Я вырастил на самой лозе 2 саженца с корнями. Вот. Здесь сухо, здесь, видите, надо поливать. Но тепло. Вот такая теплица. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Вот эти 2 столба остались от старой теплицы. У меня была теплица деревянная. Вот я не стал ее, как бы, вот эти 2 столба, пускай они так стоят просто. Когда ходишь за них, они всегда горячие бывают. Вот, так сказать. Вот здесь тепло, здесь, не знаю, не запотеть. Вот, дорожка одна, дорожка, конечно, не айс, не то, что как некоторые показывают, у них ровные дорожки. Вот, здесь вот крапива растет, буду все срубать. Вот здесь у меня виноград, не знаю, ну это в принципе, короче, все вот это барахло надо все отсюда вытаскивать. А здесь у меня шпалера для арбузов, вот, надо тоже все это дело срывать, все здесь чистить, все выкидывать, что здесь я наложил, вот, все здесь буду выбрасывать. Сейчас пока мест нету, ничего мне рассады нету, за рассады, когда куплю рассаду, начну заниматься теплицей. Естественно, все надо перекопать, все вот эти от арбузов вот эти все убрать. Вот, все у меня будет нормально. А здесь у меня вот такие, здесь арбузы у меня лежали, помню, пекинская радость, было 17 килограмм арбузов было. И здесь я еще делал тоже, как здесь он прям лежал, у меня арбуз здоровый такой, правда, 1 год. А последние времена а семена какие-то стали плохие. Вот. Такие дела. Такая. Уже, конечно. Здесь я на прошлом году решил сделать окно. Здесь, видите, вырезал. Вырезал я. То есть я сделал, сварил окошко. То есть вот только нашел только 1 петельку. Вот. Надо сделать, конечно, окно. А то дверь открываешь здесь, и ящерицы залезают сюда, и мыши могут залезть. Вот. Короче, надо все подкрашивать. Видите, уже краска сдирается за каких-то там 8-9 лет уже. Сдирается все постепенно. Вот. Можно было, конечно, не красить. Был бы там черный там он. Но вот такая теплица у меня. Вот, полная хрень, вы скажете. Ну, я уберу со временем. Вот, спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока. И подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Снимал я фотоаппаратом Olympus SN60.